15 век. Леонардо да Винчи создает первый чертеж дельтаплана. 1783 год. В небо впервые поднимается воздушный шар. 17 декабря 1903 года. Братья Райт совершают управляемый полет на самолете с двигателем. 29 августа 1939 года. В воздух рассекает первый реактивный самолет. 14 октября 1947 года. Чарльз Йегер на самолете с ракетным двигателем превышает звуковой барьер. 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин совершает первый орбитальный полет. 20 июля 1969 года. Человек впервые ступает на Луну. Конец 20 века. Ведутся исследования окраин Солнечной системы. 12 апреля 2009 года. Начало вещания первого в истории научно-фантастического телеканала о космосе и авиации «Galaxy». Ну, меня это не впечатляет. Деревья не лиловые, трава не бывает черной, а человек не может... Один небольшой шаг для человека, огромный скачок для человечества.